Мне 23 года, и иногда мне кажется, что я живу впустую. Я слишком глубоко чувствую окружающую красоту. Сердце рвется на части. If I could save time in a bottle, the first thing... Я так рад, что ты здесь. А почему? Ты мне нравишься? Ты мой человек. Я чувствую тоже. Я ухожу в армию. Зачем ты записался? Порой мне кажется, что я уже видел все, что должно случиться. И это кошмар. Единственное, чего я достиг, я не погиб. Пошел! У меня шум в голове. Все пройдет. Однажды он замолкнет. Не представляю, чтобы кто-то мог ограбить банк, не будучи в полном отчаянии. Я слишком давно этим занимаюсь. Все уже знают, как я выгляжу. Я уверена, ты справишься. Я люблю тебя. Вы можете вспомнить встречу с той, кого любили больше всего? И точно рассказать, как все было. Что вы в ней увидели такого, что подумали, да, за этим я сюда и пришел. Порой мне кажется, что я уже видел все, что должно случиться. И это кошмар. Если выйдете за пределы территории, вам придется покинуть остров. Во время визита к вашему клиенту рекомендуем надеть хиджаб. Заключенные бывало плевались в женщин-адвокатов. Хотите представлять вербовщика террористов 11 сентября? Мохаммед Ульт-Слахи, мавританец, сидит в Гуантанамо. Завербовал людей, направивших самолет вашего друга в Южную башню. Он посадил этих людей в самолет моего мужа? Он заплатит, обещаю. Если заключенный на вас нападет, отойдите от стола, мы сразу прибежим. Я Нэнси Холлендер, это моя помощница. Хотим представлять вас в суде. Нам нужна только смертная казнь. Если что-то упустим, он выйдет на свободу. За работу. Позвоните по этому номеру, поговорите с моей матерью. Скажите, не знаю, что-то хорошее. Американское правительство содержит в Гуантанамо 700 заключенных. С каких пор мы сажаем людей в тюрьму без суда и следствия? Есть что почитать. Обвинение скрывает доказательства против вас. Здесь все удалено. Все вопросы к правительству. Все эти годы мне говорят, ты виновен. Не в том, что я сделал, а из-за подозрений и домыслов. Я не виновен. Его допрашивали и удерживали против его воли. За 6 лет не выдвинули ни одного обвинения. А вам не стыдно работать на это чудовище? Я защищаю не его, а верховенство права. Вы не видели то, что видел я? У меня на родине мы не доверяем полиции. Но я не думал, что Соединенные Штаты Америки будут использовать страх и насилие против меня. Пара бессонных ночей и все. Я никогда не участвовал в заговорах, но начинаю понимать, каково это, когда все вокруг сговорились. Все очень просто. Либо работай в команде, либо проваливай. Ты должен рассказать, что с тобой случилось, иначе я не смогу тебя защищать. Вы просите меня поджечь место, где я сижу. Может, он виновен? Может и так. Мы делаем свою работу. Семья не хочет меня видеть, не это моя работа. Если я ошибаюсь, то когда придет время, я буду тем, кто за все ответит. С чего ты взял, что ты лучше, чем все мы, а? Я не считаю, что я лучше кого-то, в этом и смысл. 8 лет я мечтал оказаться в зале суда. Теперь я здесь, и мне страшно. Кажется, я знаю, почему Гуантанамо построили именно здесь. Мой клиент не подозреваемый, а свидетель. Мистер Слахи, поднимите правую руку и повторяйте за мной.
Мавританец. Доброе утро, мисс Питерсон. Извините, что беспокою с утра пораньше. Суд постановил, что вам необходим постоянный уход. Но я здорова. А это, боюсь, не вам решать. Суд назначил меня вашим законным опекуном. Что? Вам придется пройти со мной. Помните, я ваш помощник и друг. Меня зовут Марла Грейсон. Я просто желаю вам добра. Марла Грейсон. Потрясающая история успеха. В чем ваш секрет? Нет никаких секретов. Она запирает их в дома престарелых, распродает имущество, а часть доходов забирает себе. Мои услуги стоят денег. Тварь! Я твои причиндалы на мелкой терке нашинкую. Big deal maker. Я насквозь вижу все ваши аферы. Вон какое стадо дойных коров собрали. Их денежки текут на ваш счет. На руки прочь от Дженнифер Питерсон. У нее могущественные друзья. И они могут очень усложнить вашу жизнь. Насколько сильно усложнить? Здравствуй, Марла Грейсон. Ты мне не нравишься. Мы только познакомились. В мире есть два типа людей. Хищники и добыча. Проигрывать я просто не умею. Я никогда вас не отпущу. Ты влипла, детка. Я чертова львица. Аферистка. С дороги, бездарные лузеры. Это принадлежит мне. 2092 год. Ты серьезно хочешь взять все? Вперед, сукины дети! Безграничный космос. Здесь у нас все равны. Полный ценного мусора. Почему я всегда делаю опасную работу? Осторожно, антенна, антенна! Прогнозируемая потеря прибыли – $7300. У нас не команда, у нас бардак. Режиссер Сонги Чо. Ладно, давайте срубим Диджат. За невинным лицом прячется смертельное оружие. Этот робот смертельно опасен. Ложись! Целью были деньги. Мы можем заработать на этом. Денег, надеюсь? А не спасение Земли. То есть ты хочешь продать бомбу? Нет, это неправильно. Ты вообще о чем? Космические чистильщики. Закрой уже рот. Мой рот всегда закрыт. Озвучено специально для канала в рейтинге. Сквозь снег нет выхода. Вы выполните требования мистера Уилфорда, или мы отцепимся и бросим вас погибать. Верни мой поезд, Мелани. Поезд не принадлежит мне. А кому же тогда? Граждане поезда «Сквозь снег». У нас ушло 7 лет, чтобы сломить классовую систему Уилфорда. Но теперь он вцепился в наш хвост. Король Лейден? Тут нет королей. «Сквозь снег» теперь принадлежит народу. Алекс. Твоя мама выдавала себя за меня. Он меня спас, когда ты бросила меня. У Уилфорда есть план. Ударим, прежде чем ударит он. «Сквозь снег» прорвался. Не отцепляется. Мы теперь вместе. Хвост уже не хвост. Это граница. 7 лет мы пытались вырваться отсюда, теперь он наконец чего-то стоит. Как твой поезд, Клейтон? Пассажиры на нервах. Разногласия не забыты. Мистер Уилфорд хочет управлять не только поездом. Он хочет управлять вами. Телом и душой.
На что это похоже? Уилфорд был мертв, а сегодня уже воскрес. Впечатляющая история. У вас еще есть тут друзья? Снаружи шел снег. Невозможно. На Земле теплеет. Островки тепла, пригодные для заселения, могут возникнуть при нашей жизни. Надежда реальна, Джози. Мелани спрыгнет с поезда, чтобы доказать. Хорошие люди недолго остаются такими на этом поприще. Это все не по тебе, так ведь? Руководство поездом. Я создал мир! Другого мира нет, и он мой! Нас ждет долгая холодная война. У оркестра может быть лишь один дирижер. Я Роберт Брюс, ваш король. Твои глаза горят яростью. Тебе пора научиться сдерживать свой гнев, Роберт. Иначе он тебя погубит. Любой, кто принесет голову Роберта Брюса, получит за нее награду в 50 золотых монет! Ты готов убить его, нашего короля? Он мне не король. Кто это? Это Роберт Брюс! Это моя племянница, а это мой сын. Я скоро уйду. Сначала окрепните. Забота обо мне считается изменой. Мы найдем его! Обыщите здесь все! Когда придут за королем, нам придется драться. Мы знаем только ту Шотландию, которую Англия крепко держит за горло, но мы освободим ее. А за это стоит сражаться, верно? А вдруг он опять соберет армию, и лорды снова встанут на его сторону? 10 тысяч скорбящих жен, 10 тысяч матерей. Неужели наши мужчины погибли напрасно? Небеса окрашены пурпуром сердец тех, кого мы любили. Да начнется новый день. Брюс! 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 Роберт, король Шотландии. Смотрите в кино. Ау. А вдруг у дедули интернета нет? Мам! Юани, поосторожнее там. Дети на фото были выше. Попробуй. Махало. Немытое я не хочу есть. Не хочу выпускной класс провести на тупом острове. Аппетитно. Алоха. Ух ты. Фили. Джон Ик от зависти бы покраснел. Чей это дневник? Монкс. Он служил... Служил на перуанце. Пропавший корабль с сокровищами. Эй! Откуда у тебя ночные Ты войны? Ты знаешь про них? Это призраки ночных воинов. Призраки ходят по ночам. Когда подойдут, услышишь барабан. Все, сладких снов. Предупреждение? Решишь, когда у тебя дом отберут? Это земля нашей Аханы. Я скорее умру, чем уеду отсюда. Алоха и в тебе есть. А почему? Ведь ты гавайка. Дедушка моего дедушки получил от Монкса это. Она из золота. Но если найти золото, то дедушка... Держись покрепче! Какие мы нежные! Вот она, та самая отметка, которую мы искали. По-твоему, что там? Сестра возомнила себя Индианой Джонсом. Нет, мы сами. Мои дети полезли в пещеры в поисках несуществующего золота. Прошу прощения, мне нужно войти. Иоанни. Привет, Гара. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Порядок, можно идти. Клад, я иду к тебе. Пасть смерти. Звучит красиво. Видишь? Легко и просто. Не шевелись. Почему у него столько глаз? Это не глаза. Знаю, тебе страшно, но я буду рядом, обещаю. Я это сделаю, Каспер, ради деда. Бежим!
Бежим скорее! Быстрей! Раз, два, три! Я совсем не занимаюсь спортом! Один раз был на кроссфите на бесплатном занятии! Помолчи!